по счету выставки «Штрих за штрихом» художник Николай Рыбак рисует фон пока безымянной картины. Для иллюстратора с 20-летним стажем, выучившемуся во Владивостоке, это своего рода медитация. То, как ложится бархатистый грифель карандаша, его успокаивает. Организация выставок раздражает. Я бы ушел бы подальше в свою мастерскую, сидел бы и рисовал. Но в силу того, что мы проводим такие мероприятия, занимаемся, приходится заниматься организаторской деятельностью, это уже с кем-то контактировать, да, в каких-то конкурсах участвовать, тоже контакт. Ради выставки «Эрос и Танатос» придется контактировать с десятком дизайнеров, художников и народных мастеров. К февралю в подвале Краеведческого музея под руководством Николая выставят арт-объекты, скульптуру, живопись и графику. Нарисованных героев художник оживляет за станком. Это еще одна грань его творческой жизни. В театре «Кукол» третий год трудится художником-постановщиком. Мастерит макеты, а по ним персонажей для детских спектаклей. Уже 10 создал по своим эскизам. Каждый сможет не только веселить, но и сеять на благо детей доброе и вечное. Если их правильно и культурно воспитывать, да, чтобы они были, выросли хорошими людьми, так скажем. Ну, даже не хорошими, да, а людьми с потенциалом к изменению, да, созерцатели, деятели, а не просто какие-нибудь, не знаю, потребители, потрошители. Воспитывают детей добрые спектакли, взрослых просвещает изобразительное искусство. И то, и другое нужно нести в массы, считает Николай Рыбак. Потому и хочет организовать в Благовещенске выставки работ всех художников Дальнего Востока. Любовь Чуприна, Дмитрий Тарасов, программа «Город».